Здравствуйте, с вами Шурин Двор Медведева, и сегодня вашему вниманию мы хотим показать эти две треноги для лошади. Тренога белая, тренога черная. Они необходимы для стреноживания коня. Вот здесь будет показано, как это делается. Здесь вот такие пуговицы из кости. В традиционном стиле. Изготовлены они из посаженной сыромятной кожи. До свидания.